Sejora. Cortex. Как хорошо. Thank you.
хранят тебя боги, Эйвор. Тише, Сёнин.
Куда умнее этого молчуна. Он уже ничего не скажет. Мы рассказали тебе все. Ты отпустишь нас? Посмотрим, чем все обернется. Эйвор, вот и ты. Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургред, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Калберт сказал мне об этом в Ледочестере. Калберт? И что он там делал? Ивар. Долго рассказывать, но он цел. Я отправил его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвором займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Саксы вряд ли откроют нам ворота. Можно проскользнуть внутрь и подплыть на твоем дракаре. Выбирай, я с тобой. О, Эйвор, это была моя мечта. Гоняться за королем по всему Ширу? Жизнь викинга. Со мной ты, наши братья и сестры. Покорение новых земель и крепкая дружба. Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь по мне. Согласен, брат. Thank you.
Может, отель Свита тут? Эй, вы! Пошли вон! Вижу, Бургред пытался спрятать тебя, леди Этель Свита. Но никто не в силах прятаться вечно. Прошу вас, отпустите моих служанок. Они невиновны в наших распрях. Слышишь, Эйвор? Она благородна. Жертвенна. Вот с кем нужно заключать сделки. Достойная женщина. Госпожа, нам нужен лишь твой король. Скажи, где прячется Бургред, и не прольется ни капли крови. Прошу, я не знаю. Отлично, Сигурд. Она просто не знает, что ей грозит. Но скоро поймет. Постой. У нее слишком грубые руки. Как у служанки. Нас обманули. Следи за служанками. Я за Этель Свит.
сдаемся! Я тебя выставлю! Отправит вас в преисподнюю. Эй, ты, прекрати сеть. Умно придумано, госпожа. Просто так ты точно не сдаешься. Убери руки, язычник. Ты позабыла о гостеприимстве? Не стоило спрашивать. Не подходи. Отпусти меня. Немедля. После всей этой беготни и не подумаю. Ты понимаешь, что творишь, язычник? Я королева Мерсии. Не подходи. Зря стараешься. Я ничего не скажу. Ни тебе, ни твоим дикарям. Лучше передумай ради своего народа. Кто знает, сколько еще людей умрет из-за нас, дикарей. Я тебя не боюсь. Значит, ты глупа. Мой муж отправит вас в... Леди Этельсвита, ты скверно выглядишь. А, Господь испепелит твою душу, если она есть. Не дурно, Эйвор? Да она скальд, как и ты. Где моя Кадлин? Что вы с ней сделали? Я своей служанке. Храброй, в наряде королевы. Она в цепях, вместе с другими. Мы поедем в Тамвард. Я разговорю их. Если с ее головы упадет хоть волос... Расскажу об этом Кёлвульфу. Может, он знает, как развязать ей язык. Тогда встретимся там. Сигурд, а что делать с пленниками? Они нам не нужны. Отпусти их. Я видел, как саксы нападали так на своих врагов.
выпил за тебя, друг мой. Твой черед. Она молчит. Эйбор справится. Вперед. Мой друг убутомился, но я полон сил. Скажи, где прячется Бургрет, и мы все вздохнем спокойно. Никогда. Невозмутимо молчишь, и все ради короля, который трусливо прячется, не в силах защитить ни семью, ни народ. Воды. Мой муж служит Мерсии, как и должен. Ему приходится скрываться, ведь даже близкие друзья могут предать. Передай кое-что предателю Кёлвульфу. Он победил в мирской войне, но его душа обречена. Кёлвульф лишь пытается найти общий язык со всеми, кто живет в этих землях. По мне, так лучше у него мерсийцу не сыскать. Он жалкий червь.
Все, что он воздвигнет в Мерсии, будет стоять на костях храбрецов, отдавших жизнь ради ее защиты. Чем дольше тянется война, тем больше таких жертв. Рептон и Тамвард, Темплбору и Ледочестер. С каждой нашей победой ваши надежды все слабее. У Бурграда есть то, чего нет у вас. Верность людей. Добрых и праведных. Кого? Тенов и Керлов Мерсии? О, нет. Им уверен лишь Леофрид, и он тоже падет. Да, славный Леофрид. Он умрет, защищая короля. И даже тогда отправит в ад сотню язычников. Эйвор, миледи, продолжайте. Я занимаюсь добычей. О, боже! Я бы не стал задерживаться. После человечины их дерьмо воняет просто жутко. Боже! Выпусти меня! Молю! Говори, и скоро сможешь принять ванну. Ты просишь меня предать моего мужа. Как я могу это сделать? Промолчав, ты предашь множество других. Возможно, вас запомнят как правителей, которые оставили свое королевство в час нужды. Но наступит мир. Так обещал Кёлвульф, и мы поддержим его. Даю тебе слово. Ну что, птичка запела? Бургрид прячется в старом склепе на юге, где река Алн впадает в Эрроу. Склеп? Будто сами боги решили подать нам знак. Его далеко будет тащить. Вы трое должны проложить путь к Тамварту. Где встретимся? Приведи его к мосту у Винония. Оттуда близко. Мы будем ждать вас там. С головами вышло недурно. Гнусное зрелище, но она заговорила. О чем ты? Не пойму. Как по мне, наставнику воинов Мерсии давно пора уйти на покой. Забыть факел. Чтобы получился настоящий набег, дом нужно поджечь. Я не забыл. Ты же сказал, что возьмешь его. А, болван! Все нужно делать за тебя. Смотри, незнакомец помог нам. Сюда, Росток! Кто ты? Хотели огня? Получайте. Хотя, мне кажется, вам не под силу то, что вы замышляете. Ха! Он держит нас за недоумков. У сыновей Рагнара все идет так, как надо. Ну, не совсем. Сыновья Рагнара? Я слыхал о многих, но о тупи и глупи никогда. Что вы задумали? Хотим испытать себя, разграбив заброшенный дом. Снесли туда все свои ценности, чтобы было сложнее. Даже таким захватчикам, как мы, нельзя расслабляться. Мы бы поспешили. Да, слава ждет! Давай с нами. Не хочется идти туда вдвоем с братом. Этот набег укрепит наше наследие. Кланы будут умолять нас примкнуть к ним. Наши имена будут звучать в залах Вальгаллы. Не волнуйся, юный Росток. С нами из тебя вырастет славный воин.
Мне кажется, нам нечему его учить. Я в нетерпении. Думаю, по мне заметно. Не получается. Нежный, как ягненок. Мне нужна твоя помощь. Куда я его дел? Боги! Матушкин топор! Он внутри! Незнакомец, прошу, верни его нам. Проберись в дом. Я ж говорю, туп и глуп. Уже внутри. Топора тут нет. Тут нет! Думайте! Проверь сумки! В углу! Кажется, я положил топор туда! Похоже, это ключ от двери. Вот недоумки. Я невредим, а значит, вам очень повезло. А я умен. Видно, забрал топор из дома, зная, что этот болван его забудет. И оставил в доме ключ. От вас толку, как от стеклянного молота. Я ухожу. Не слушай эту чушь, братец. Нельзя сдаваться. Скоро мир узнает наши имена.
Древний склеп хорошо охраняют. Вряд ли они сторожат мертвых. Что происходит? Никто не знает. Все держат в тайне. По приказу короля? Ты заплатишь! Должен быть рядом. Где же он прячется? Путь верный. О!
Нет, нет, нет! Не может быть! Прочь! Мой лорд, это столовый нож. Ты зовешь меня на пир? Назад! Не подходи! Я не сдамся! Как пожелаешь. Живым я не дамся! На твое счастье я тебя не убью. Я не отдам трон! Королевство мое! Мое! Тебе не победить! Придется убить меня! Я не сдамся! Тебе не победить! Я не отдам трон! Нам пора, мой лорд. Мы опаздываем на коронацию.
Думаешь, ты победил? А нет, Леофрид, я приказал ему уничтожить тебя. Тихо. Ты не понимаешь, во что ввязался. Нарыв на теле мира! Все вы! Гнусная зараза! Вы недостойны смерти! Прикончу! Вы недостойны Мерси! Мы одержали верх, мой лорд. Мерси достойны лишь победителя. Быстрее! Сюда! Поспешим. Вперед. Я за тобой. Не позвольте им скрыться! Скорее! Вы на месте? Знакомый вид? Нет! Нет! Гнусные язычники! Вам это с рук не сойдет! Настало время перемен, Бургред. Осталась лишь коронация и Витон лордов Мерсии. Бургред, любимый! Моя леди, ты ранена! Тебя мучили! Нет-нет, я цела. Шевелись, лорд. Твой король ждет. Ваша смерть неминуема, Данаи. Все, кто охотился за мной, погибнут. Я позаботился об этом. Скоро ревнители узнают ваши имена. Неважно, как далеко вы бежите, вас ждет гибель. Довольно щебета, воробушек. Лучше оставь дурачество моему брату. Ревнители? О ком он? Это все чушь. Пустые угрозы испуганного глупца. Пройдемся, брат Волка. У нас есть время до коронации. Куда мы? Просто гуляем. Я лишь хотел отметить успех. Не похоже на тебя. Ты не лучшего мнения обо мне, да? Вот и славно. У меня тоже есть пара мыслей о тебе. Ведешь меня как ягненка на убой? Вот видишь, я был прав. Эй, вы! Пошли прочь! Садись! Да, я вел себя погано, но всегда уважаю славных бойцов,
Пусть все знают, что теперь Эйвор с Ивором Бескостным друзья. Кто дал тебе это имя? Бакраут с острова Иберни. Я намотал его кишки на копье. Он назвал меня Бескостным за легкость движений. Или ты пьешь столько, что не в силах стоять? Вальгалла, я попаду туда. Я уже чую кровь и мед. Буду сидеть рядом с Высоким, держа в руке топор. Конец достойный Рагнарсона. Казалось бы, да? Мы с Хальфданом будем там. Но Уба... Нет. Ему нужно кое-что совсем другое. Я в этом уверен. Чего хочет Уба? Разжиреть и состариться в своем доме в окружении кучи детишек. Ему нужен наследник, как и многим. Только не воином, не таким, как мы с тобой. Раньше он был другим. Но в этом краю, в Англии, здесь он ослаб. И каким он был раньше? Таким, как я. Яростным, диким. Мне все же кажется, что ты такой один. Это не похоже на похвалу. Так или иначе, раньше жизнь была куда проще. Если первое не по тебе, почему не выбрать второе? Из-за моего брата. Я люблю его. И сделаю все возможное, чтобы убедить в своей правоте. Мы воины. И должны быть ими до конца. Перестарался. Коронация началась. Где же мой сын? Лорд, мы отправили гонца в Рептон, но ответа нет. Нужно продолжать. Искал меня, старый друг. И вот я здесь, перед троном, который не так давно занимал. Виттон Мерси вынес единогласное решение. Пришла пора передать престол более достойному мужу. Мы требуем передачи королевства и короны Тену Кёлвульфу. Лорд, вот слово Мерсии. Корона. Ты ли это, старый друг? А, да, теперь я понял. Прости, мантия добродетели плохо сидит на твоих плечах. Простите Бога, по его воле я занял престол. Аминь.
Так, где моя корона? Прости за волнение. Мне еще ни разу не доводилось преклонять колено. Но попробую. А, как просто. Пасть на колено без страха и раздумий. Он насмехается над тобой. Убей его. Не бойся, Дан. Я откажусь от короны, от королевства, где кишат язычники, и милости подлецов. На своих условиях я потребую немного. Сперва ты... Глупец, оглянись. Здесь ты бессилен. Моли их о пощаде. Больше тебе рассчитывать не на что. Да, да. Прости, я молю. Пощади меня. Прошу, я сбегу на край света. Вот, она твоя. Бери. Отправьте лорда с женой в Рим. Он изгнан и больше не вернется в эти земли. По воле Витона на престол Мерсии всходит король Кёлвульф II, праведный, милостивый, Боже, храни короля. Надеюсь, дело стоило возни. Отряд мерсийцев идет к Рептону. Леврит, ублюдок верен королю до конца. Соберите всех и отправьте по отряду к северным и южным воротам. Пусть он разделит свое войско. Там Келберт. Эйвор, спаси моего сына. Он выживет, даю слово. Я останусь с Келвульфом. Иди.